Люберцы присоединились к акции «Защитим память героев», инициированной партией «Единая Россия». 23 февраля в городском округе прошли патриотические мероприятия. Местом притяжения люберчан в этот день стали мемориальные комплексы и памятники Великой Отечественной войны. Утро 23 февраля по сложившейся традиции начинается у мемориального комплекса «Вечный огонь». Почтить память павших защитников Отечества собрались представители общественных организаций, военнослужащие, ветераны и молодежь округа. Церемонию возложения цветов открыли депутат Государственной Думы Лидия Антонова, глава Люберец Владимир Ужицкий и председатель Совета ветеранов Юрий Орехов. У нас в каждой семье живут, растут защитники, мы надеемся. И мы помним тех, кого сегодня нет с нами. И я вспоминаю своего отца, который прошел всю войну, своего деда, который прошел две войны. Я в этот день вспоминаю тех своих ребят, которые участвовали в горячих точках, защищали обороноспособность нашей страны. 23 февраля – это всенародный праздник красивых, талантливых, умных, сильных людей. Поэтому понятно, что мы в этот день поздравляем мужчин. Но я бы хотел поздравить и мужчин, и женщин, которые служат, служили. И кто-то будет еще служить. С праздником всем пожелать добра, здоровья, благополучия. Ну и самое главное – мирного неба. В этот день было многолюдно и на Малаховском кладбище. Там находится братская могила советских солдат, которые в годы Великой Отечественной войны погибли от ран в местном госпитале. Память павших героев почтили минутой молчания, после чего на месте захоронения воинов возложили красные гвоздики, как символ пролитой крови, отваги и мужества наших защитников Отечества. Луиза Егиазарян, Петр Пономаренко, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.